Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 13 ноября – опасный день. Ни в коем случае не берите это в руки, чтобы не растерять благо. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Наступает время новолуния, проходящее под влиянием 30-х и первых лунных суток. Неблагоприятная энергия этого непростого периода становится причиной подавленности, упадка сил, появления беспричинных и необоснованных страхов. Помимо этого, вы можете ощутить нервозность, раздражительность или гнев. Также свойственное дню. Будьте готовы к тому, что больше всего негативные эмоции будут проявлять мужчины. Но они не обойдут стороной и женщин, поэтому следите за своими чувствами и не позволяйте им управлять вашим поведением. Поскольку день управляется энергиями Луны в Скорпионе, ждать от него положительных событий не приходится. В эти сутки негативная энергетика особенно сильна, поэтому ее влияние коснется всех сфер вашей жизни, подталкивая к необдуманным поступкам и ошибочным действиям. Настроение будет довольно переменчивым, заставляя вас бросаться из одной крайности в другую. Оптимистичный настрой будет сменяться пессимизмом и мрачными мыслями, приводящими к депрессивному настроению, пыльчивости и импульсивности. Чтобы не допустить конфликтов и ссор, являющихся частыми спутниками данного периода, старайтесь контролировать свое поведение. Не допускайте предвзятости и будьте предельно тактичны при общении со своими близкими. Первый полдень дня проходит под управлением 30-х лунных суток, кратковременного промежутка времени, выпадающего далеко не каждый месяц. Это относительно спокойное время, предназначенное для подведения итогов, оценки проделанной работы, работы над собой. В этот период нельзя поддаваться негативным эмоциям, совершать негативные поступки. Чтобы провести это время правильно, проводите день в окружении близких людей, с которыми чувствуете себя хорошо и комфортно. Демонстрируйте щедрость и благородство, старайтесь совершать как можно больше добрых дел. Приходите на помощь окружающим людям. Простите обиды, причиненные вам в прошлом. Откажитесь от общения с людьми, которые вызывают только негативные эмоции. Проанализируйте собственные поступки и сделайте выводы из прошедших событий, чтобы извлечь из них полезный опыт. После 12 часов 27 минут с наступлением первых лунных суток наступает особенно сложный период, который потребует от вас максимальной сосредоточенности и аккуратности. В этот период вы закладываете фундамент для всего нового цикла Луны. Поэтому избегайте негативных поступков и помыслов, чтобы избежать негативного влияния дня. Посвятите его вторую половину обдумыванию своих дальнейших действий. Луна советует, энергия этих суток не подходит для решения задач, связанных с бизнесом. Любые начатые проекты грозят затянуться надолго и вряд ли принесут вам успех. Поэтому сосредоточьтесь на текущей деятельности. Допустимое выполнение несложных задач, не требующих от вас внимательности и детального анализа. Но лучше, если есть возможность, взять на этот день выходной и посвятить все свободное время работе над собой. Если отдых сегодня невозможен, откажитесь от общения с партнерами. Перенесите переговоры, если они не являются важными. Также это неподходящее время для общения с руководством. Прийти к единому мнению у вас не получится, а вот риск испортить отношения крайне высок. Какие-либо финансовые операции также под запретом. Крайне нежелательно заниматься инвестициями, заключать сделки, оформлять кредит, возвращать деньги. Поскольку в этот непростой период даже небольшие траты могут обернуться денежными потерями, не искушайте судьбу. В эти сутки Луна запускает процесс обновления организма, поэтому любые вмешательства, включая косметические операции, нежелательны. Исключите повышенные физические нагрузки, проявите максимум осторожности, откажитесь от алкоголя и кофе. Не тратьте время и деньги на различные чистки. Сегодня лучшим способом улучшить свою внешность станет полноценный сон. День неблагоприятен для любовных отношений. Даже если между вами второй половинкой царит полная гармония, сегодня вы можете столкнуться с претензиями, упреками и старыми обидами, про которые давно пора забыть. По этой причине лучшим решением будет провести эти сутки в одиночестве, чтобы избежать недопониманий и конфликтов. Вы можете посвятить часть дня отдыху, однако проводить все свободное время в постели не стоит. Бесцельное времяпровождение не вернет вам силы. Более того, ничего не делание вызовет у вас еще большую усталость. Чтобы вернуть энергию, займитесь чем-нибудь полезным, но не требующим больших физических нагрузок. Отправьтесь на прогулку в ближайший парк, отдохните на природе или, если предпочитаете уютную домашнюю обстановку, включите познавательный фильм. Энергии дня, усиленные влиянием фазы новолуния, идеальны для любых магических практик. В эту пору успешными будут любые обряды, при условии, что вы действительно заинтересованы в результате. Однако нежелательно проводить групповые ритуалы, так как они будут менее успешными. Привлекаем в дом достаток. Это несложный ритуал, поможет вам увеличить имеющиеся доходы и прожить достатки весь лунный месяц. Чтобы его провести, вам нужно сделать следующее. Возьмите самое маленькое ведро.
положите на дно монетку. Туда налейте простой воды, чтобы прикрывало еле дно, и оставьте на подоконнике. Затем вылейте эту воду на свой порог со словами: «Вода льется, в дом деньги рекой стремятся». Говорим один раз. Порог не вытирайте, дайте воде высохнуть естественным образом. Монету нужно вернуть в кошелек и потратить. В скором времени ваше финансовое положение улучшится. Открываем новые дороги и возможности. Ритуал можно проводить любое время с момента наступления первых лунных суток и до конца дня. Возьмите самую большую емкость в доме, наполните ее водой. Поставьте на стол или на пол, расположите вокруг 7 восковых свечей. Подожгите их спичками, двигаясь по часовой стрелке. Когда пламя разгорится, встаньте так, чтобы видеть водную поверхность, отражающую в ней огоньки пламени. Глядя на них, скажите 3 раза такие слова: «Месяц во тьме народился, худым да бледным из тьмы возродился. Как он красивым и ярким станет, так и все преграды на пути моем растают. Все старое ненужное во мраке растворится, а передо мной все дороги откроются. Зло и неудачи я старому месяцу отдаю навсегда, освободит меня от них чистая вода. Удача и счастье меня новая луна одари, передо мной все помехи раствори». Говорим 3 раза. Дождитесь, когда свечи догорят, после чего умойтесь этой водой. Все, оставшееся уберите в темное место. Ежедневно старайтесь умываться этой водой. Привлекаем любовь. Вам нужно сделать следующее. Вам нужно выйти на улицу, выбрать самое большое красивое дерево, которое вам понравится. У этого дерева нужно оставить любой дар, любой какой захотите. Когда будете оставлять, нужно сказать такие слова: «В небесном саду божественной красоты дерево цвело, под солнцем грелось, под дождями росло, силой наполнялось. Так и моя любовь оживает, ко мне вторую половинку привлекает». Говорим один раз, оставляем дар, далее уходим по своим делам. В скором времени вы встретите свою любовь. По народным приметам в этот день отмечают Спиридон и Никодим. Родившиеся в этот день обладают чрезвычайной стойкостью и упорством в достижении цели. Помимо этого являются прекрасными организаторами. Данные качества делают из них прирожденных лидеров, умеющих вести за собой. В любовных отношениях страстны, но остаются верными своему партнеру. Талисман для рожденных в этот день является бирюза. Второе название этого праздника – День Матицы. Повелось из-за традиции, связанной с этой деталью дома. Матица называется брус, располагающийся поперек потолка дома. 13 ноября вся семья садилась под удерживающую матицу и читали заговоры, чтобы привлечь семью благополучие и удачу. В этот день была одна старая примета. Она гласила о том, что если вы нашли на улице монету, либо какую-то ценную вещь, ни в коем случае не берите это в руки, потому что вы растеряете уже имеющиеся блага. И перед сном, как обычно, один раз проговариваем такие слова: «Я забываю все плохое и все отпускаю». Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что, отпуская все негативные мысли, в вашей жизни будет все прекрасно.